сьогодні відмічається Всесвітній день вегана, тому сьогодні до нас завітала Юлія Мішаріна, кухар, ведичний кухар. Доброго ранку тобі, Юля. Доброго ранку. Давно не бачилась, не пройшло і два тижні. Розкажи, будь ласка, що ми сьогодні будемо готувати? Ми сьогодні готуємо два вегетаріанських, веганських блюда. Веганські блюда означають, що ми не використовуємо молочні продукти. Також. Вот. І сьогодні я вирішила показати вам два соуси веганських. Вот. Перший буде веганський майонез, другий соус називається хумус. Начнем с веганского майонеза, если вы не против. Там мы не против. Берем... Там где наш чайник? Чайник есть? А чайник? А чайник я? Нам нужно льняное семя для майонеза. Вот, веганский майонез мы используем уже помолотое семя льняное, либо мы используем льняную муку. Нам нужно 2 столовые ложки льняной муки. Погано. Вот, туда мы сыпем соль. Майонез буде без молока, правильно? Без молока, без яиць. Сметани, без нічого. Вот. Сипем немножко сахара, либо сахарної пудри. Можна сипати остальные специи на наш вкус. Можна також использовать горчицу. Вот. Ми должны это залить кипятком. Коли у нас появится кипяток, ми зальем його. Вот. Можна ще так показати, що тут відбувається на камеру? Непогано. Вот. Пока делается наш кипяток, мы можем начать готовить второе блюдо. Вот. Для этого нам нужно любое бобовое, то есть любая бобовая культура. Это может быть фасоль, нут, горох, чечевица, все что угодно. Вот. Нам нужно это предварительно замочить или отварить. О, есть кипяток. Да, значит, что мы делаем? Мы заливаем 2 столовые ложки льняного семени помолотого. Мы заливаем кипятком так, чтобы было где-то в 2 раза больше. Где-то в 2 раза больше кипятка, чем льняного семени. Вот. И перемешиваем и оставляем на несколько минут. Оно должно загустеть. А еще буду... Оно густите, загустит, так? Да. Льняное семя, оно обволакивает и за... И таким образом жидкость загустевает. Вот пока оно загустевает, мы будем делать... Не против, если подивлюсь при этом? Да, да. Я чувствую такой приятный аромат. Таким же образом можно делать любой загуститель, заменитель яиц для теста. Непогано. То есть тесто можно делать также без яиц. То есть мы берем отваренную любую фасоль, или чечевицу, или горох, или нут, все что угодно. Вот. Используем. Также сюда можно сыпать кинзу. Ну, непогано. И очень важно, в хумусе мы сейчас помолим кунжут. То есть этот соус, он очень будет белковый, очень много будет углеводов, очень полезный. Потому что если мы не едим молочные продукты, то нам нужно как-то заменять. Чем заменять, да. Правильно. Вот, сейчас мы его помолим в кофемолке нашей. Розкажи нам, що ти зараз робиш? Так, Юля, розкажіть, будь ласка. Ми тільки що помололи кунжут. Так. Тепер ми змішуємо кунжут, от нашу фасоль, кінзу, додаємо немножко лимонного сока. Вот, горчицю ми не додаємо, але можна також додати її. Вот. Тобто для тих, хто любить гостреньке. Так, да, да. Вот, чорний перець, соль і немножко... Що це у нас таке? Немножко растительного масла. Это для майонеза. А, це для майонеза, правильно? Ага, зрозумів. Открываем масло. И теперь... И немножечко. Да. Чуть-чуть. И теперь наша задача все это хорошо перемолоть. Я немножко начала. Можно продолжить таким образом, чтобы это получилась паста однородная. То есть у кого есть блендер дома, смело можно вот так вот блендером все перемолоть. Просто у нас такие мифы писали, что если ты веган або вегетарианец, то тебе, кроме того, не есть ничего, правильно? Что за вегетарианцы едят? Они едят салаты, помидоры. И все, правильно? То есть мы вот так вот его перемололи, да, у нас получилась такая однородная масса. Да, это называется хумус. Хумус. Его можно использовать к лепешкам каким-то, можно использовать к овощам, как гарнир. То есть просто универсальный соус. То есть и к мясу, к рыбе, ко всему. Всем, да, тем, ко всему. Кто, кому нравится, кто не вегетарианец, может так же самое использовать такой же хумус. Белковый соус, однородный, вот очень полезный и вкусный.
Мне просто, я с уважением отношусь к вегетарианцам, но я как мясоед стою себе и так записываю. Думаю, что это очень вкусный соус будет. Да. До речі, я теж, ну, я їм м'ясо, але чомусь я плекаю трохи з любов'ю до вегетаріанців і веганів. Мені подобається їх кухня, вона така ситна. Я звичайно, ну, Юля, ну ти знаєш, просто часто вас приходжу в гості до вас і ви мене пригощаєте. Не знаю, після просади, тобто вашої їжі ведичної, взагалі нічого їсти не хочеться цілий день. Взагалі, абсолютно. Я не знаю, як ви це робите, але ви це робите. Може, він дуже багато з'їдає там? Ні. Так. Юля. Юля. Що, люди про це вже говорять? Легенди складуються, що? Давайте я покажу вам майонез. Да. От, як ви бачите, у нас вже наш он загустел, получился как каша. Кстати, такую льняную кашу можно есть на завтрак. Можно добавлять сухофрукты или какао, или еще что-то, будет такая кашка. Вот, чтобы сделать майонез, нам нужно опять же добавить специи. А, я уже сюда добавляла все специи. Вот так вот. Уже добавляла. Мы много теперь специй не бывает. Теперь мы нам нужно на 2 столовые ложки льняной муки помолотой, нам нужно 120 мл масла. Вот, немножко уксуса. Трошка. И вот здесь вот у меня в этой баночке как раз 120 мл масла. То есть все мы туда выливаем? Да, мы туда выливаем. Это льняное масло, правильно? Нет, чи это любое масло. Отличное. Можно кунжутное масло, можно подсолнечное. Кому какое больше приходится по вкусу. Вот, и теперь опять же мы берем блендер погружной. И наша задача все это взбить. Оно сейчас очень быстро, вы увидите. Превратиться в майонез. Серьезно? Начинает уже греть. И туда также можно добавить немножко лимонного сока. Непогано. Юрій, а можна показати ще? Просто я, воно буквально 20 секунд назад було темніше, набагато темніше. Зараз схоже на майонез. Ось. Непогано. Ось майонез білий. І за запахом здається. Да. Так, як майонез, правильно? Он на вкус абсолютно такой же, как майонез. Можна вилити і показати в тарілочки. Вот, его также можно использовать как заправку для салата. Видите, он такой же густой, как майонез. Хотя было просто вода, лен и растительное масло. Настоящее волшебство на самом деле можно происходит. Он так немножко дрожит. То же самое можно я использовать так? С крекерами. С крекерами, с какими-то салатами, с запеченными овощами просто. То есть можно использовать как угодно. И можно не перейматись, что это какие-то шкідливі фарбники, что щось на кшталт того, бо мы сами це робили. Да. То есть мы сегодня вот приготовили два вот таких соуса, которые можно использовать абсолютно к разным блюдам. Да. И они без мяса, без яиц, без молока даже, без сливок, без сметаны, без ничего. И можно назвать еще, в принципе, диетическими. Да. То есть для тех, кто следит за своей фигурой, будет рекомендован такой рецептик. Я не слідкую, що на мене не дивись. Я можу їсти скільки захочу взагалі. Я кажу це для наших любих телеглядачів, яких це може зацікавити. Юля, дякую, що прийшла, дякую, що приготувала. І ще раз довела, що якщо ти вегетаріанець або веган, то ти можеш щось їсти. І це не тільки огірки або помідори. Дякую, що прийшла, розповіла.